В Нарьян-Мар с рабочим визитом прибыл депутат Государственной Думы Дмитрий Хороля. Сегодня он встретился с губернатором Ненецкого округа и посетил СПК «Харп» в поселке Красное. В Нарьян-Маре президент Союза оленеводов России выступил перед представителями оленеводческих хозяйств округа. В эти дни они собрались на курсы повышения квалификации в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. В числе слушателей оленеводы, ветеринары и руководители СПК и семейно-родовых общин. Курсы посвящены поддержке, сохранению и развитию оленеводства. Сегодня эта отрасль сельского хозяйства развита по всей северной территории страны от Кольского полуострова до Чукотки. Везде есть свои особенности, но и общего у них много. Об этом рассказывает Дмитрий Хороля. По его словам, за оленеводством будущее севера. А у нас эта отрасль развита намного лучше, чем в других регионах. Власть региональная. Очень такой вот, внимательно относится к этим проблемам. Я уже разговаривал с губернатором Ненецкого округа, и сегодня будет встреча. Об этом мы будем говорить. Как дальше развивать оленеводство, как дальше поддерживать оленеводство, особенно на региональном уровне. Нового будет много, потому что преподаватели очень серьезные, очень опытные. Среди них особенно Комаров Александр Венедиктович, руководитель Союза оленеводов России. Также привлечены работники научных организаций, преподавательский состав, техникума наших государственных учреждений, станции по борьбе с болезнями животных, сельскохозяйственной опытной станции.